Здравствуйте, Ольга. Да, добрый день. Здравствуйте, Ольга. Друзья, я напоминаю, что у нас в эфире рубрика «Заповедная Россия». И сегодня у нас в гостях заместитель директора по экологическому просвещению и туризму Кавказского государственного природного биосферного заповедника Ольга Пегова. Ольга в прошлый раз нам рассказала о том, что в заповеднике есть 14 горных маршрутов, пройти которые могут люди, в принципе, с любой подготовкой. К нам обратились зрители с вопросом о том, на какие маршруты заповедника можно выйти семье с детьми в районе Красной Поляны. Начнем про маршруты, да? Сегодня разговор более подробный. Ну, смотрите, друзья, в районе Красной Поляны в Кавказском заповеднике есть, ну, наверное, три маршрута, которые подходят, даже четыре маршрута, которые подходят для семей с детьми. Начну с самого живописного, наверное, и наиболее популярного среди наших туристов. Это маршрут называется Набзерпинский карниз. Его, ну, путь туда-обратно составляет примерно 10 километров. Для того, чтобы попасть на маршрут, нужно воспользоваться канатной дорогой и подняться на высоту примерно около 1000 метров. И потом уже идти по тропе. Вся тропа в заповеднике маркирована, то есть по пути своего следования вы увидите такие синие или красные метки на деревьях, на камнях, да, они будут встречаться примерно каждые 50-100 метров, ну, то есть от одной до другой метки это находится в поле видимости. И маршрут идет сначала по лесу, примерно около километра вы набираете высоту, это самая сложная часть маршрута, а потом вы выходите уже в альпийскую зону, и там маршрут идет траверсом, то есть он как бы идет по боковой части горы, совершенно уже без напряжения, ну, каких-либо-то мышц, кроме как обычная ходьба. Идете, и на этом маршруте будет минимум три смотровые площадки, откуда открывается шикарный вид и на противоположный хребет, и на долину, которая тоже внизу находится, и на альпийскую зону, если мы будем смотреть в другую сторону. Для с детьми, наверное, маршрут до точки середины займет, ну, наверное, 2,5 часа, это прям вот максимум, если идти и везде останавливаться. Опытные туристы, даже с детьми в рюкзаках, они его проходят за 1,5 часа. Совсем шустрые туристы с детьми от 7 лет могут его пройти даже за час вот до, собственно, карниза. Но маршрут радиальный, то есть надо будет дойти до карниза, потом идти в обратную сторону. Его можно преодолеть за световой день, то есть утром вышли, прогулялись, вернулись обратно. Либо пришли, заночевали в палатке, или у нас там есть альпийские домики, то есть для тех, кто не хочет тащить палатку, и житься на таких нарах деревянных, ну, под крышей. Конечно, там будет потеплее, покомфортнее, и палатку нести не надо. Вот именно с Дзерпинского карниза вид открывается потрясающий. Там очень красивые закаты, рассветы. А если вы приедете в августе, то обязательно увидите еще и звездопад Персеиды, который проходит прям непосредственно над головой. То есть можно вытащить коврик, спальный мешок, застегнуться и лежать ночью и смотреть, как падают звезды просто десятками, иногда даже сотнями. Вот. Еще у нас есть несколько маршрутов совсем коротких. Это, например, маршрут на кругозор Ефремова. Кстати, Юрию Константиновичу Ефремову сегодня день рождения. Это один из самых известных наших путешественников по Красной Поляне. Сам он из Москвы, учился в МГУ, приехал и открывал маршруты вокруг Красной Поляны. И у него было такое любимое место, на котором сейчас даже захоронена часть его праха, на горе Монашка, ну,
собственно говоря, место и называется «Кругозор Ефремова». У нас там смотровая площадка, стоят лавочки, и люди очень любят туда приходить и семьями, и утром прибегать, ну, на пробежку, делать там зарядку. Место действительно потрясающее, открывается вид на поселок. Путь туда займет очень медленным шагом, не больше часа. Ну, туда-обратно получится около 2,5 часов. То есть это маршрут вот на полдня прогуляться, там попить чаю и вернуться обратно. Можно даже идти с коляской, потому что, ну, практически до только последние 100 метров маршрута там горная тропа, а основная часть маршрута проходит по проселочной дороге. Вот. Есть у нас третий маршрут, называется он «По долине реки Ачепсе». Его очень любят дети, туда мы проводим детские экскурсии. И это легкий маршрут тем, что он без набора высоты. То есть вы приезжаете в Красную Поляну, собрались и пошли. И он плоский, абсолютно, идет так же, как и называется, именно по долине реки. Чем он примечательен? Тем, что там вы видите огромный лес, да, вековой. Можно встретить каштаны, грабы, буки, высоты, ну, в несколько, в 7-5 этажей, огромные, уходящие в небо. Летом там вырастает папоротник, в котором можно скрыться даже взрослому, то есть он высотой вот тоже где-то 1,5 метра, иногда выше. Дети любят в нем прятаться. И несмотря на то, что маршрут плоский, проходит по долине реки, мы там часто встречаем диких животных. В долину выходят косули и олени. И если, ну, группа ведет себя тихо, дети идут тоже, не кричат, то их можно даже увидеть своими глазами. Если группа такая пошумнее, то можно увидеть следы. Свежие, на дороге, в лужах, ну, животные часто оставляют следы на мокром грунте, их хорошо можно разглядеть, померить, мы обычно этим и занимаемся. Иногда можно на этом маршруте даже встретить медведя, и для этого мы рассказываем, как себя вести при встрече с ним. Обычно дети начинают петь песни громко, медведь это слышит и уходит, разворачивается. У нас было пару раз, когда мы у плаката о правилах поведения с медведем объясняли детям, ну, как надо себя вести, а в этот момент за 200 метров от этого плаката выходил медведь на дорогу и тоже наблюдал, что мы там делаем. То есть такие встречи нередко случаются в Кавказском заповеднике. Вот, этот маршрут можно разделить, да, можно дойти до пересечения с рекой Осара, займет это где-то 1,5 часа, либо пройти до конца маршрута, это 6 километров в одну сторону, 6 в другую, до реки Рудовая. Ну, здесь вот обычно мы смотрим на уровень подготовки, и, ну, либо люди сами говорят, что они устали, хотят развернуться. В начале и в конце маршрута есть небольшое препятствие, как называется, подвесной мост. Он раскачивается над рекой, но абсолютно безопасен. То есть детей мы обычно пристегиваем на страховочную систему. Но для многих это целое прямо развлечение пройти по этому качающемуся мосту над рекой. Вот, это третий маршрут. И остается четвертый маршрут. Называется он Кочепсинским водопадом. Через озеро Зеркальное. Этот маршрут находится на горе Ачишхо. Гора Ачишхо – это самая влажная точка России. Здесь за год выпадает в 3 раза больше осадков, чем в целом по стране. То есть если в целом по стране примерно 370 миллиметров, то тут около 900. Ну, это говорит о чем? Что, выходя на этот маршрут, надо обязательно брать с собой что-то от дождя, потому что, ну, практически каждый день там идет дождь, ну, если это весна или там раннее лето, то даже град со снегом. Соответственно, к этому надо быть готовым. Но зато красота, которая открывается с смотровых площадок маршрута, она ни с чем не сравнима. Оттуда прекрасный вид на хребет и гору Чугуш. Это один из 3-тысячников наших.
И если запастись биноклем, можно разглядеть на склоне Чугуша наших кавказских туров, горных козлов. Этот маршрут надо рассчитывать на весь день, а лучше его, конечно, преодолевать с ночевкой, прийти на озеро Зеркальное, постоять с палаткой и сделать радиальные выходы до водопадов. Но сюда мы рекомендуем идти уже тем, кто бывал на наших маршрутах и, ну, как бы, кто уже чувствует в себе силы преодолевать достаточно сильный набор высоты. И главное, на этом маршруте есть очень крутой спуск, а часто люди не знают, что идти в гору может быть и сложнее, но спускаться с горы гораздо, ну, травмоопаснее. То есть для спуска с горы надо прям быть очень внимательным, пользоваться палками, ну, потому что нагрузка на колени, на ноги большая. Но, тем не менее, семьи с детьми у нас ходят и по этим маршрутам тоже. Ну вот, наверное, все. Если есть вопросы какие-то уточняющие, готова на них ответить. Слушайте. Спасибо, Ольга, за такую интересную информацию. Есть, конечно, вопросы. Мы немножко подготовились, пока вы рассказывали, мы штудировали. Скажите, пожалуйста, когда в этом году можно будет выйти на маршрут? Вот когда разрешат, в какой время, месяц лучше? Обычно наши маршруты открываются где-то в июне, ну там после 10 числа в основном, когда проходит опасность схода снежных лавин. Потому что в горах снег лежит иногда даже до середины лета, но вот самое страшное время – это конец мая, начало июня, когда сходят снежные шапки с вершин, они падают, ну вот после того, как все упадет, тропа очистится, мы открываем. Обычно это происходит 10-15 июня. Поэтому вот с этого момента и примерно до середины октября можно приезжать и выходить на высокогорные маршруты. А маршрут Кругозора Ефремова и по долине реки Ачепсе, он действует практически круглый год. Спасибо. Ольга, скажите, а есть какой-нибудь ресурс, где наши зрители, в принципе, люди могут узнать о том, какой из маршрутов сейчас открыт для посещения, какой закрыт, что необходимо, чтобы посетить этот маршрут? Как люди это могут узнать? Конечно, вся информация есть на сайте Кавказского заповедника. Сайт называется kavkazzapoved.ru. Там есть вкладочка «Экотуризм» и вкладочка называется «Маршруты». Там есть цветовая гамма, да, то есть синий – это маршрут закрыт, зеленый – маршрут открыт. И, ну, кликая на один из маршрутов, вы найдете полное его описание с расстоянием, с местами стоянок, с фотографиями, которые, ну, представляют то, что вы можете увидеть на маршруте. Ну, то есть вся информация на сайте. Там же можно оставить заявку на посещение или отправить вопрос в отдел туризма, мы его сразу получим и ответим. Либо можно писать нам в социальных сетях. Мы есть ВКонтакте, в Фейсбуке и в Инстаграме. Слушайте, очень интересно. Я уверена, что сейчас, когда начнется тот самый сезон, телефон вашего отдела просто будет разрываться, и все будут задавать вопросы и выбирать свой маршрут. А скажите, а у вас есть любимый маршрут? Вот вам какой больше всего нравится? Ну, как говорят, что, да, любимые маршруты – это те, на которых еще не бывал. Вот у нас в заповеднике есть один маршрут, на который мне не удалось попасть еще за 2,5 года, что я здесь работаю. Он называется «Камеретинским озером». Там, ну, просто по фотографиям, это фантастический пейзаж, это скальный грунт и озера ярко-голубого, бирюзового цвета, в зависимости от времени года, когда вы туда попадаете. Очень надеюсь туда попасть. А из маршрутов Красной Поляны я очень люблю озеро Зеркальное и гору Ачешхо. Туда можно ходить в любое время года и очень красиво осенью. Сентябрь, октябрь, там просто потрясающе. Тоже красивый буковый лес,
разноцветная гамма листьев от оранжевого до ярко-бордового цвета. В общем, потрясающе. Здорово. Спасибо вам огромное за интересный рассказ, за красивейшие места, которые вы сейчас увидели. Обязательно. Красная Поляна — это 40 минут от аэропорта, и практически через полтора часа после прилета и небольшого перекуса вы можете быть уже в горах высоко. Да, на самом деле нам повезло то, что в нашей стране есть такой замечательный курорт, потому что я очень много ходил и по самому заповеднику, и в Красной Поляне достаточно часто бывал, и не перестаю восхищаться этим местом, потому что если ты хочешь отдохнуть с красивым видом, с комфортом, то это, наверное, то самое место, которое нужно каждому путешественнику, который хочет совместить, так сказать, приятное с полезным. Спасибо большое, Ольга. Да, спасибо вам за внимание, вопросы. Будем рады видеть у нас в гостях.